Всем привет! У нас сегодня роллы. Кость сначала был недоволен, что конечно, я заказала роллы. Потому что они были только недавно. Он хотел пельмени, а я так роллы хотела. Здесь у нас сок. Но это немножко другие роллы. Запеченных у нас давно вот таких не было, которые полностью в темпуре. Вот такое хочу попробовать первое. Я ее проткнула. Это с курочкой. А я интересно, с чем съел. Курица. Там, по-моему, бекон. Или копченая курица. Или что-то типа бекона такого. Обалденно. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Интересно, будут мои сторонники, которые напишут опять роллы. Снежане сказала, выбирай сама, что хочешь. Я выбрала роллы. Когда пришел домой, она выбрала роллы опять. Я говорю, они только недавно были. Сейчас меня захейтят. Нет, я думаю, любители роллов все-таки больше. Вот я просто обожаю роллы. Я вчера уже хотела роллы. И сегодня целый день думала о роллах, даже вкус чувствовала. Вот представьте, как я хотела. Ну, в тот раз, кстати, мы не сказать, что прям так с аппетитом, да, поели? Да. Они были вроде вкусные, но они там разваливались. Там везде были морепродукты. Это у нас запеченное с сыром. Тоже моя любимая. И сверху соус терияки. Ой. Эти достаточно крупные роллы. Угу. И еле разжевал. Пишет, почему Снежан так налетает на еду? Ну, я вот сажусь на ролик голодная. Конечно, я хочу покушать. Что сидеть смотреть, что на них? Да. Мы же садимся покушать. Так, начнем читать вопросы. Так, первое. Комментарий «Ночь арабская». Привет, видео Пушка, очень классно. Классный бишбармак. Спасибо большое. Тебе привет. Саида, тебе большой привет. Вопрос. Какие планы на будущее? Когда читала этот вопрос, вообще думала, что я в будущем хочу дом. Дом большой, с террасой, с баней, ну, с сауной. Я вообще не люблю рассказывать о будущем кому-то. Почему? Обычно я когда расскажу, этого обязательно не случится потом. Филадельфия. Не то, что суеверие, а как-то. Говорят же, не рассказывай людям там о своих шагах, типа, в будущем. Я наоборот хочу мечтать. Просто это делай. У меня только дом почему-то в мыслях. Следующий вопрос Татьяны Белкина. Аппетитный вопрос Кости. Ты сам делаешь ремонт или руководишь на квартире людьми? Если да, то ты умеешь постройки? Я считаю, что мужчина должен уметь строить, что это идеал. Мне лично такой муж достался. Я тоже считаю, что мужчина должен все сам уметь. Я все сам в основном делаю, мне только если друзья помогают. Хорошие друзья у нас. Да. Это с беконом ты сказал, да? И сверху шапочка. А так смотрю видео на ютубе, если что-то не знаю. Разные посмотрю. Для себя выберу что-то оптимальное. И так делаю. Сейчас в основном, даже если не знаешь, все можно найти в интернете. Костя молодец, я когда смотрела, как он проводку там делает. Мне сейчас так страшно было. Я вообще в этом не бум-бум. Сейчас есть. Вот эти одинаковые или разные, которые я пробовал? Алена Булатника. Алена Булаткина. Привет. Алена, тебе большой привет. Вопрос. Были ли у тебя клиенты по маникюру подписчики? Если честно, я не знаю. Может, и были. Может, кто-то из клиентов подписан. Просто я не обсуждаю YouTube-канал с клиентами. Может, и были. Так, я попробовала все, кроме вот этих. Это у нас сырная шапочка сверху. Там рыба какая-то. Мне больше всего понравились вот эти роллы. Сверху шапочкой. Они обалденные. С сыром также вкусные. Запеченные. Но они достаточно большие, их тяжело есть. Филадельфия, если честно, так себе. И рыба такая, да, какая-то тускленькая.
Ну, имею в виду. Ну, в этот раз не большие яркая. Роллы. Ну, зато не разваливаются. Следующий вопрос. Вилка Сюслова. Мой вопрос. Какие, по вашему мнению, должны быть ваши идеальные выходные? Вы самые лучшие. Ответьте, пожалуйста. Идеальные выходные. Ничего не делать. А то обычно у нас выходной выходит больше, чем в рабочий. Ну, как по мне, это скучно ничего не делать весь день. Лежать, куда-нибудь поехать, по магазинам погулять. Для меня это выходной. Нет, для меня даже лучше вот прогулка где-нибудь в лесу. Особенно вот как недавно мы гуляли. Такая осенняя погода, солнечное тепло, помнишь, было? Очень классно в такую погоду гулять. Когда Настя приезжала? Нет, недавно. Я не помню, чтобы я гуляла. Ну, значит, вспомнишь, я тебе потом напомню. Вот эти. Обалденье. Самое вкусное. Надо посмотреть, что это за роллы, и будет в следующий раз побольше их заказать. Там внутри, говорю, начинка то ли курица такая, типа как гриль, не гриль, то ли как бекон вкус. Маша официал пишет. Привет, Снежана, ответь, пожалуйста, на вопросы. Первый. Как вас столько влезает? Это о еде, мне кажется, задают вопрос. Кажется, мы вообще немного едим. Может, для кого-то это тоже немного, например. Кто-то, может, мало ест. Ну, как по мне, небольшие порции. Так. Ваше хобби. Ну, какое у нас хобби? Если съесть. Ну, все, это да. Это тоже немного. Ой, немало. Немало, да. Наше хобби – это наш YouTube-канал. Приятное хобби у нас. Приятное с полезным. Раньше у нас было хобби ходить в спортзал, гулять почаще, но сейчас, если честно, это времени совсем не остается. У нас, если днем есть время свободное, мы стараемся снимать ролики. Угу. Также, Маш, тебе большой привет. Забыла привет передать. И спасибо тебе за вопросы. Так, следующий комментарий. Мирмаид задает. Я заметила, что у Снежаны много хейтеров почему-то. Я, кстати, сегодня читала комментарии под последними тремя роликами. Там реально много плохих комментариев обо мне. Меня обижают. Там ты одна еще снималась. Угу, меня обижают. Фух, ты кушай роллы, то я что-то наелся. Обижают меня на канале. Плакать скоро буду. Ладно, шутки. Не буду я плакать. У нас хейтер там один был. Писал постоянно комментарии. Я его заблочила. А что, он вернулся? Угу. С таким же ником, как и был. Конечно, неужели людям не жалко свое время, да, создавать... Аккаунты. Новые аккаунты, искать, писать. И он не просто комментарии пишет, а на ответы ваши, например, хорошие комментарии, вам что-то плохое еще отвечает. Вы, наверное, видели этот негатив. Вот мне на меня пофиг, что мне пишут. Но когда пишут моим подписчикам, вы хорошие комментарии, и вам приходит оповещение, мне обидно. Вы начинаете там с ними доказывать что-то, ругаться. Можно сказать, свои нервы тратите, я поэтому еще заблокирую, чтобы вас не обижали. Вот нечего, да, делать, нет, плохой комментарий написать, а еще надо написать людям, которые пишут комментарии. Фу. Сколько времени зря теряете? Это видно, скучный человек живет. Очень. Блин, с сыром все-таки вот эти самые для меня вкусные. Аккаунт без фото. Я еще перед видео немного перекусил. Да? Да. Мне, если честно, не лезет. Я не ела. Тогда налетай. А что ты кушал? Не расскажу. Я съел бутерброд с красной рыбкой и под шубы. Салатик. Костя у мамы был.
ездил в гости. Пришлось перекусить. Просто думал, что, видимо, будем снимать попозже. А я был голодный, весь день ничего не делал. Также хочу сказать, что спасибо, кто участвовал в конкурсе под видео с роллами. Мы выигрыш отправили победителям. Я сюда чеки вставлю, куда-нибудь, да, ставим. И их, что, ну, что люди написали. Ну, точно, Жан в одном видео сказал, что вставить чеки, а это видео... То есть мы еще не успели отправить людям деньги. Просто там победителю надо было на Киви одному отправить. Я не знала, как отправить, мне Костя помог. Потом другой победитель был из Казахстана, да? Я тоже не могла отправить. Ну, вроде со всеми разобрались. Очень вкусно, я съем вот эту. Вот это, я просто обожаю роллы, просто обожаю. Я и домашнюю еду люблю, а роллы просто обожаю. Если честно, тяжело дышать становится. Большой в этот раз. Вообще, очень такие. Смотрите, какая она гигантская. Еще был комментарий, сколько вы бы дали себе возраст, что если бы не знали, там начали обсуждать, что мне бы дали 35-45 лет. Спасибо. Добрые люди. Я вообще людей не могу на возраст определять. Ну, как по мне, мне кажется, мы наоборот моложе выглядим, чем есть. Про тебя написали 18. Нет, когда побреюсь, да, мне лицо такое кажется. Как раз лет 20, наверное. Трудно роллы есть из-за риса, да? Как-то во рту все застреет. Так очень вкусно, я думаю, вкус есть. Наверное, вот эту возьму. А что ты вот эти Филадельфию сырными не ешь? Тоже мне очень нравится. Нет, мне что-то они не совсем зашли. Я говорю, я уже и наелся. Сейчас я чуть-чуть посижу. У меня этот умнется, и я еще парочку штучек съем. Пишите, что бы вы хотели увидеть, кстати, в следующем видео, потому что мы с Снежаной постоянно думаем, что нам снять. Может... Вот Бежбармак советовали, да, мы сняли. Ну, правда, его сколько просили, целый месяц мы, наверное. Ну, не месяц, а что-то недели две мы его откладывали. Писали еще, вот, приготовила, а муж не накормила. Кость, ты ел Бежбармак? Скажи. Я ел, да. Я потом пришел, пообедал. Очень вкусно, мне, кстати, понравилось. А то говорят про меня все плохо-плохо. Не обижайтесь, Снежана. Вот еще также вопрос от Маши Официал. Есть ли у вас мечта, которую вы бы хотели осуществить в будущем? Еще моя мечта — это 100 тысяч подписчиков на Ютубе и серебряная. Какая там кнопка? Какая она? Серебряная. Серебряная? Вот хочу кнопочку, чтобы она вот так сзади нас висела. Это я хочу. Также спасибо большое за положительный комментарий под блинчиками. Я маме обязательно все покажу, спрошу рецепт и напишу. Может, даже под этот ролик ставлю рецепт. Я вот сегодня утром последний блинчик доела. Очень вкусно. Че, не лезет? Большой очень. Съем еще вот такой один шапочкой и 100% больше не буду. Иначе я лопну. Я уже чувствую, что мне будет плохо вечером. Мне роллы очень понравились. Мне тоже понравились, но не все, кстати. Вот только которые горячие, запеченные. На Филадельфии. С сыром. Филадельфия не очень на этой доставке. Ну, это такая эконом какая-то Филадельфия. У нее даже рыбы не во весь круг. И достаточно мало творожного сыра. Вот если посмотреть. Сейчас я вам покажу. Видно то, что там один огурец. Извини, что перебила. А знаете, пишет, Жан перебивает. А мне, знаете, это оправдание. Какое? Блин, тебе тоже. Учитель. Я училась в колледже на учителя. Педагог начальных классов, да? Учитель. Начальные классы информатики.
У меня вчера праздник был, даже я цветочки выставляла. А переходов-то я видела, 200 переходов было на Лианиного парня. Вам так интересно было, кто подарил? Там было видно, что это не Костя. Не говорю, что объелся, так потихонечку ем и ем их. Мать кричит. Мася, вам тоже понравилось, я смотрю в комментариях. Писали, да? Угу. Все. Очень большие. На сегодня с меня роллов это точно хватит. А то я лопну. Посмотрю, пока Снежана кушает. Я встаю, съем и все. Эти мне не очень понравились. У нас уже на канале сегодня 2700. Скоро будет 21 тысяча, хотя мы только недавно, да, снимали 20. Mm-hmm. Это хорошо, что подписчики так быстро растут. Нам приятно. Вот эти, которые последние были в корочке, их надо есть точно на камеру, вообще неудобно. Их надо еще есть самые первые, пока не горячие, потому что вот этот темпор уже застывает. Засыхает, да. Становится достаточно жесткой. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Идеи для следующего видео, а то тут роллы. Снежана опять тут нахулиганила. Всем пока. До новых встреч.